Итак, в этом коротком обзоре мы расскажем вам, как быстро, без каких-либо дополнительных установок, переустановок, еще чего-то там, проверить пробег вашего зеркального фотоаппарата. Для этого нам надо программка. Запускаем. При запуске мы увидим везде пусто, серийный номер неизвестно, название неизвестно, пробег неизвестно. Тут уже есть описание, какие фотоаппараты можно проверить. Но их на самом деле чуть больше. Итак, для того, чтобы проверить, мы фотоаппарат подключаем по USB к компьютеру. Включаем питание фотоаппарата. И видим, фотоаппарат наш 600D Canon. Пробег у него вот такой. Версия прошивки вот такая. Заряд батареи вот такой. Все просто и доступно. Ссылка на программу в описании. Спасибо за внимание.